Бросок на ипон 10 очков. В партере, ну или на бок, сколько? 7 очков. Тренер, а вы сказали 20. Сейчас, одну секундочку, чтобы я собрался. Смотрите, боремся под зубом. Бросок на спину. Макс. Бросок на спину, день и пол, 10-0. Встаете, продолжаете дальше. Бросок на бок, с переходом удержали, я все сделал, не сделал, это 7 очков, значит 17 очков. Если бросил на базаре и сделал удержание, это сколько? Бросил 7 очков, а удержание можно сделать или 10 секунд, 10 очков. Или 20. И полное удержание 20. Не, полное удержание не может 20. Полное удержание 10 очков. Получается 10. Ты тоже будешь бороться? Разминайся. Нет, я наверное сначала пойду немножко. Не немножко. Иди туда, разминайся. Сейчас я приду туда, вам пиджулей дам. Он немножко вот. Немножко покакает. Окей. Так, дальше. Болевой. В партере борется 8 секунд. Болевой. Сделал 10 очков. Удушающий 10 очков. Делает Макс, считает свои очки. Значит, кто первый наберет 200 очков, схватка заканчивается. Тут по 10 очков. Могу наоборот, могу сделать 50 очков. Да. Но и пон или бросок на базаре только одно очко. Да. Значит так, смотрите, бросок на ипон одно очко, бросок на базаре одно очко, удержание одно очко, болевое одно очко, удушающее одно. Кто первый наберет 50 очков? Готовы? Хатина. Так, а сейчас мы тем. Макс, стоп, тебе. Значит, тебе большая кровь. Он упал, на него сверху не прыгает. Я знаю. Ну что, может, руку оставить. Что ты ходишь на пятках? Что? На пятках ходишь. Дима, смотри. Одно очко. Молодец, за телефон. Где задушишь? Да ты так точно двигаешься. Я сегодня возмущаюсь, а делать как? Партнер его 10 секунд хочет. 5, 5 назад. Да, давай его через дом. Что не так? Он с большим весом будет хорошо падать. Вот. Ирина Саша, а сколько? Одно очко. Любой прием одно очко. А сколько секунд? 3 секунды хватит. Что если ты очко получил? Что опять? Давай. Так, давай поезд в газдане забьем. Что? В газдане забьем поезд. Зеркало подхват. Ты же хотела одно время.
И все, уже забыл. Нога, раба, ногой. Ногой. Подхват уже. Раз, ногой. Все улетает. Одиночка, любое проявление одиночка. Каталина, хватит скрипать. Дари. Красиво. Ты так же прощаешь. Максим, не валяйся, делай что. Стоп, Мате, стойко. Тебе одну очку за удержание. Стоп, Мате. Разошлись. Поправили кимоно. Андрей, сколько тебе еще? Ноль. У вас? Одну очку. У вас? Три. Три-три? Да. Ну, вы фанаты. Сколько у вас? Четыре. Сколько? Четыре. Четыре очка, а у Коли? Ой, Макса? Два. Два. Хорошо. Аджиме, продолжаем. Хорошо получается, так делаю. Ушел Коля, нет удержания. Андрей, на пожалуйста, ты на 3 минутки стоишь буквально и ничего не делаешь. Ничего не делаешь. Никаких попыток. И держать. Ты сам упал. Сам упал на задницу. Катерин, стойку. Давай, давай. Встаем. Все, и пол. Да, давай на другую, что он летал. На что взял? Крякер, крякер. Так тебе поезд. Поезд маленький. Как ты будешь одно очко? А, ты так не удержали попадаешь? Бросил, потом взял и лёг на открыть. Нельзя? Всё, Андрей, одно очко. Где подхват? Подхват где? Не было ничего. Как надо было делать подхват? Разворачивай, что он летал. Андрей, почему не работаешь? Ты уже 3 минуты стоишь. 3 минуты. Что ты еще делаешь? Все, поле и пол. Еще одно очко. Мам, смотри, ты сверху вдруг оказываешься снизу, потом пропускаешь. Ну, возьму, что ставь стойки, не берись папку.
что? Мате. Значит, хорошо. Ну, мне что-то не очень нравится. Значит, добро встал, будем бороться. Подходи, сюда переходи. Андрей туда. Идешь туда. А Кокорин сюда. Значит, Коля, становишься там, Макс сюда. Макс сюда, Коля туда. А ты судишь. Ты можешь туда вот встать прямо у этого. Нет, встать. Да. Все, добро встать. Добро встать. Хаджина. Я хочу, знаешь, и третий способ. Увидел, как завязывает свой. И считайте, выиграл, сделал, выиграл, значит, бросок есть. Бросок, удержание болевой, удушающий. Все, 1-0. Пусть Макс отдыхает. Я? Ну ты упал? До свидания. Стой, стой, суди. Есть оценка. Мате, оценка есть. Макс отдыхает. Идет судья. Итак, ты считаешь вслух, мне одна победа, я чемпион. Ну да, одна победа. Вот победителей буду награждать. О, Вазай, Япон. Не Япон, а бросок поменялся. Андрюха отдыхает. Что такое, ударился? Он у Каталина уже ударится. Да? Так, стоп. А когда так боролись, никто не ударял? Нет, ударился-то. Болит спина? Нет. Где попа? Иди туда, попа. Стоп. Каталин, перейди к нему. Макс, перейди сюда. Да, просто видишь, у него болит, и там уже с Максом Пикровым поборет. Все, продолжаем дальше. Я с ним? Да. Да, я смотрю, Андрюха чуть-чуть расклеился. О, красавец! Каталин, стойко.
мамой. Ты слушай просто. Вы знаете, не лежит просто. В том числе не лежит поле, это прача. И как раз вы будете маленький водик. Ты будешь опять в ворот, да? Да нет. Да? У него папа уже там есть вода. Он попьет, да? Еще раз. Нет, я думала, что жарко позвать. Значит, на одно очко. Нет, два. Если он сделает еще раз, тогда, значит еще раз. Вы же... Смотри, Катерин, если он сделал в базаре, да. Отошел и сразу опять, вернее, в базаре, сделал удержание, потом встал и опять стал удержание делать, тогда не считает. А если он встал, поборолся опять удержание, да-да. Поднял удержание, я пошла. Да. Ножки не крести, ножки в теле дошли, дошли не в теле. Коля, кто не двигается? Макс не двигается. Коля, Макс не двигается. Он же бурчит. Вот это занимает. Он говорит о том, что ты говорит, потому что нет меньше. Ты говоришь, что проиграл. Проиграл, захватит, ты можешь это больше нечего. Возьми. Значит, смотри. Возьми. Вот он. На живот упал. Нет, стоп, иди сюда. Хорошо, большой живот. Да.